Привет, зрители вечернего Владивостока! Меня зовут Валерия Гайдукевич, и сегодня мы покажем вам, как прошло яркое спортивное мероприятие осени – чемпионат Приморского края по бодибилдингу. Привет, вечерний Владивосток! Привет, вечерний Владивосток! Очень радует география спортсменов, несмотря на то, что это чемпионат Приморского края по бодибилдингу, но он является открытым турниром. То есть сегодня мы увидели спортсменов с Камчатского края, Сахалин, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровск, то есть практически весь Дальний Восток приехал к нам, и вы видите, что уровень участников очень хороший. То есть, как говорится, не числом, а мастерством. Да. Мужчины очаровывали судей своей харизмой и мощью, а девушки ослепляли своей грацией и яркой улыбкой. Зал громко поддерживал своих фаворитов аплодисментами и лозунгами. Индустрия бодибилдинга, а я имею в виду все дисциплины, в том числе и женские, это действительно индустрия. И производители и спортивного питания, и грима для тела делают все возможное, чтобы сделать нахождение спортсмена на сцене более эффектным. Пришла работать в зал Броджим в Хабаровске, и уже очень много соревнований прошла первый раз на подобных участках. Случайно попала, если честно. Пошла в тренажерный зал, знала, что существуют соревнования по бодибилдингу, загорелась и решила, нужно начать подготовку. В зал привели в 87-м году, студентом приехал учиться, с Сахалина и все. Я, в принципе, был уверен, что буду первый, я готовлюсь на Россию. Поэтому это так, проходящий. Бодибилдинг мне нравится намного больше, чем силовые виды спорта, потому что тут прежде всего важна эстетика. Да, готовиться сложнее всего, потому что очень много нюансов в плане питания и в плане подводки к соревнованиям. Но это очень интересно, особенно когда ты выходишь на сцену, это ощущение просто невероятное. Все конкурсанты живут спортом, придерживаются здорового образа жизни. И бодибилдинг открыл для них новые грани возможного для своего тела и восприятия мира. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте пальцы вверх, а также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о стиле жизни нашего города.